Итак, всем привет! Сегодня у нас в обзоре Switch от компании HP. Давайте посмотрим, что у нас за серия сегодня. Сегодня серия THQ Elite Packet 1920-8G. 1920-8G. 8G означает, это 8-портовый Switch. Сейчас я вам покажу. Вот видите, на 8 портов. Плюс еще 2 высокоскоростных порта и консоль. То есть разъем для подключения прошивки и так далее. Так, давайте сейчас его распакуем, посмотрим. В комплектации у него, то есть, идет сам Switch, документация, и здесь вот идут небольшие кабеля. То есть идут ушки такие, накручивания для установки в стойку. Идет кабель для прошивки и кабель заземления. Вот, все находится в таком небольшом кармашке рядом, вот видите. Выглядит это вот так вот. Ну и, собственно, сам Switch Hewitt Packet. В комплекте с нашим свечом идут вот такие вот ушки. Соответственно, крепеж под них. Сейчас мы их повесим. Вот. Итак, немножко вышла ошибочка. Они ставятся не вдоль, а вот так вот. Вертикально. И получается у нас вот такие вот уши в разные стороны.